В минувшее воскресенье и день по празднеству Успения Пресвятой Богородицы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери на Гражданском проспекте Петербурга. Приход Тихвинской иконы Божией Матери образован в Петербурге в память возвращения чудотворной иконы в нашу страну. Сначала богослужения совершались во временном деревянном храме на проспекте Науки. Каменный же храм на улице Софьи Ковалевской заложен 10 лет назад. Сегодня это уже давно действующий приход. В День знаний под благословение митрополита пришли многие дети прихожан школьного возраста. Божественную литургию возглавил правящий архиерей. Владыка в Арсенофии ежегодно отмечает 1 сентября соборной молитвой, напоминая, что главное знание для нас – благая весть. В этот день мы внимаем Евангелие от Матфея. «Отвещал же Иисус речем, о роде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вам, приведите мне его сему». И запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцели отрок от часа того. Тогда приступши ученицы по Иисусу наедине реша, под что мы невозмогохом изгнать его. Иисус же рече им, за неверствие ваше. В своей проповеди митрополит в Арсенофии растолковал значение отрывка. Важнее истинной веры нет ничего, если хочешь увидеть чудо. И когда ученики остались наедине, они спросили Господа, почему же у нас не получилось изгнать бесы? Ведь до этого получалось. Они, помните, Господь посылал их по деревням, они ходили и приходили радостные, Господи, нам даже бесы повинуются. Почему же тогда повиновались, а сейчас нет? Господь показал, это они не вам повиновались. Это той силе, которую вам дал. Вы их изгоняли моей силой, а не своей. Своей силой вы ничего сделать не можете. И ученики поняли, что такое действительно сила Божия. И потом, когда после Пятидесятницы они уже по-настоящему веруют в Господа до самой смерти, будут нас проповедью, они уже будут исцелять бесноватых везде. В продолжение праздничного дня владыка митрополит вручил награды священству и прихожанам, благотворителям и сотрудникам храма. Икона священноисповедника Михаила Союзова с житием останется здесь на молитвенную память от правящего архиерея.